Так, сейчас последние проверочки, ребят. А, ну да, тогда это проблема. Понятно. Это тогда понятно. Да, это неприятно, конечно. Повтор пропуска ходов подъехал. Не, я, в принципе, даже стратегию кое-какую выработал по факту. Сейчас все будет тип-топ. Блять, с Крокгаром договорились на мире, и на тебе пришел крыса и вынес меня неожиданно. Ну что делать, ребята? Что делать? Это компуткер, он не щадит. Кстати, надо будет продать сундуки с пабгища, продать шмотки с доты и купить себе уже эту сагу. В какую немилость ты впала? Царь отправил тебя в ссылку сюда. Волки бесплодные. Не выиграл ни одного турика, блять, за 3 месяца. Отправили в ссылку в Дагаронт. Хотя какие за 3 месяца? Может быть... А, да, за 3 месяца. На востоке у побережья поселились темные эльфы. Там они скрываются за крепкими крепостными стенами со своими тайнами и мечтами. В надежде обрести могущество, эльфы добыли немало великих артефактов. Кул, ну не знаю, я тебя понимаю, мне самого это бесит, но люди смотрят, как ни странно. Вернемся к царю, вернемся. Так, что я делаю первым делом? Что для тебя надо? Ваш герой Некротек должен выполнить какое-нибудь действие, то бишь мне нужен герой Некротек. Фича в том, кровавую пустыню я сам не колонизирую. Я жду, пока у меня появится герой Некротек, чтобы потом за 4000 нанять крутого некротекта, который нам сразу заколонизирует Красную пустыню до 3 уровня. Либо ждать, пока какой-нибудь компьютерный чел сам ее захватит и забрать уже у него. Мне кажется, это будет в разы правильней, что ли. Ну а здесь я даже не знаю, может через стены попробовать отыграть, потому что я сомневаюсь, что нам удастся избегать восстание. Хотя в любом случае надо нужна чередка. Хотим мы этого или нет. Плюс она самая дешевая, вон всего 1000 стоит. Так, маг света наш любимый. Да бестия, я уже изучил, как он хоть появляется восстание. Какой это вампир, куда не надо. Аналитика подъехала. Не, ну, ребят, я могу вообще, я иногда так смотрю некоторых людей, посмотрю, я могу. Хотя нет, я не могу вот так вот сидеть. Так, здравствуйте, дорогие друзья, мы вот тут начинаем играть за Верховного Жреца Хатепа. У нас, соответственно, начинаем мы кампанию в Черном Хребту, имея только лишь паучью равнину в 4 слота. О май гад, о май гад. В данной кампании нам надо выполнить следующие цели, которые вы можете видеть прямо сейчас на экране. Господи, ну вот и все в таком духе, блядь. Проиграл, да. Ю, блядь, сука, я этого вспомнил сейчас. PewDiePie, блять. Засмеялся, проиграл. Блять. Видимо, это распространяется не только на его шоу. Хватит. Начинаем мы кампанию в полной жопе. Нас жмет Малекит, а потом нас будет зажимать его мамка. Приятного просмотра. Не, я бы не отказался, чтоб его мамка меня зажала. Мамка стронг.
Так, в общем, стоим здесь, и я надеюсь, что на меня сагрится Галок кровожадный. С технологии начинаем с первой династии, как и в прошлый раз. Магия света, да, мне тоже нравится. А что случилось с первым траем? Я там ржал как дебил и допускал кучу ошибок. Но было весело. Димон, было весело. Кристин, играть надо просто, блядь, а не спать до 4. Волочь, почему он на меня не агрится, мне интересно. Я что, совсем тебе не интересен? Тварь. Ну ладно. Так. Не люблю слова, я тоже мужик. Так, с этими договариваемся о нападении. Пускай не хочу я с ними дел иметь никаких абсолютно. Как можно, я на вечерке шмель. Плюс восстановился, так я знаю, ну просто я помню, ну вот я когда болел, вот я себе после болезни, я себе так режимы не восстановил. Я как бы, ну типа когда, ну вот на неделе я нормально вставал, но я вставал реально там через силу, потому что, ну мне просто надо было встать. А вот сейчас выходные, я поэтому, блядь, я не знаю, я вместо того, чтобы там поспать 5 часов, ну и там потом с болью и мучением там просыпаться 2 часа, я проспал 10 часов вместо этого, блядь. Я в итоге такой просыпаюсь, я такой думаю, через час уже турнир, кайфно. Я же писал Слэйру, типа, подожди, мужик, я доем свой завтрак. Я как бы реально я сидел, яичницу жрал. Такие пироги. Я могу быть очень конченым. Очень конченым могу быть. Иногда. Погулять всю жизнь мечтал 2 часа ночи по своему району погулять. Это лучшее, что может случиться вообще, блять, со мной. Мне так кажется. Так, ну здесь мы ничего апать не будем. А, да, кстати, у нас же скоро события появятся, надо будет некротек-то взять. Особенно в холодрыг. Вот я заканчиваю 2 часа ночи. Вот 2 часа ночи заканчиваю стремец. Я такой думаю, блядь, пойду-ка я сейчас погулять, господи. Ну, Cool December, я обычно его восстанавливаю. Я потом, ну, я день не сплю. Только так. К сожалению. Так, ну я даже не знаю, что мне делать. Ладно, пойдем собачью равнину заколонизируем. Главное только до восстания успеть это сделать. Так, ну думаю, мы можем и без дохода обойтись. Да я так и планирую.
на самом деле. Но если честно, провинция очень отстойная, она мне не нравится. Она очень длинная, ее тяжело защищать. Меня это бесит. Главное, никакого компьютера. Вот он. Некротект. Великое заклятие Птра. Здорово, блядь. Ладно, давайте пока подождем. Что-то 4000 мне жалко. Пока мне сейчас 400 всего лишь. Надо хоть кого-то прирезать, чтобы деньги появились. Травант взял и гуляй в волю. Мне кажется, самый большой минус ХТП, что он слишком изолирован от остального мира. Да, это минус. Ну ты якобы здесь сидишь вначале, никого не трогаешь. А потом должен как выйти, как всех развалить. Блин, мужик, иди, пожалуйста, с моих территорий, не трогай меня тут. Колесницу, так я ж уже нанимал колесницу. Подготовка всадников 8 ходу. Но это фигня вопрос, как говорится. Культ удовольствия нашли, да? А как мы тебя нашли? Да, я здесь. Да блин, что ты такая злая? Мамуля. Пощади. Сразу вон, блин, Алиса эта дурацкая. А что, как раз... Так нет, это как раз это понятно. Просто у меня останется только 1000 монет. Понимаете? У меня 1000 монет останется. То есть мне нет, не будет денег, чтобы это все дело застроить. Так-то третьего уровня это круто, но мне еще застройка ж какая-то нужна в этот город, правильно? Правильно. Слушайте, а там как он, третьего уровня? Ага, я, кажется, понял, как оно работает. Все, вы свалили? Вы свалили, отлично. Алиса, как счастливы мы были с тобой. Не говори. Давайте рискнем. В глубине руин ваши спутники нашли заброшенное логово Скайенов. Его пол покрыт толстым слоем варп-пыли и вперемешку с обломком каких-то машин. Один из дальних углов освещен тусклым зеленым сиянием. Чем же эти крысы здесь занимались? О, казна плюс 750 норма. Тщательная проверка окрестности не обнаружила ни одной крысолюдской засады. Вы собрали брошенные механизмы, нашли клан Скайнов, готовы торговать с чужаками. Изи. Изи 700 рублей. Легчайший. Да, ребят, действительно, смотрим на переход хода пока. Что-то в компании за Халиду вначале было экшена в разы больше. Но ничего не поделать. К сожалению.
Баргахотеп так и поднимается из трущоб. Дай-ка попробую вот так вот. А почему барыга? Почему барыга хотеп? Так, вот, все, взяли вторую хату. Встраиваем склепы. Так, минус 2, плюс 1. Ну вот здесь надо будет сразу потом построить на общественный порядок строение. Кстати, можно попробовать роковые поляны захватить. Раз уж такая пьянка. Только вот я не знаю, куда делись вот эти вот племена. Потому что они могут внезапно ворваться и мне город какой-нибудь снести. Мне это не нравится. Скайну сначала в... Боже. Просто настоящий барыга, там пушки, наркота. Скоро еще будем шлюх подгонять. Общественный порядок плюс 2. Ой, это хорошо, это в тему. Так, все, думаю, можно сбор налогов включать. Хоть какой-то. Судя по компании, ты вылетел. Блин, может вы у меня еще раз спросите? Да, надо с Кларкарондом идти воевать. Нехикарские шлюхи, я вижу, в отборной. Ну, а вдруг... Так это ж темные эльфы, они любят всякое разное. Зомкин, здорово. Здорово. О, а вот и противник пришел. Переходит в режим налет. Ну, вот сейчас и развалим его как раз. Заработаем денег. По кайфу. Так, дисциплин плюс 15 для пехоты. Скорость памяти потерь. Хорошо. Мы совершили невероятное открытие. Во время раскопок обнаружены останки армии, которая когда-то служила Алкадизару Завоевателю, последним и, возможно, величайшему царю-жрецу Нехихары. Потребуется совсем немного магии, чтобы оживить их. Должны ли мы сделать это, или же похороним в соответствии с традициями Нехихары? Но нам сейчас нужна будет дисциплина, чтобы наша пехота подольше жила. Да и скорость исполнения потерь тоже. Поэтому давайте брать это. У них львов апали с релиза? Слушай, я не помню. Серьезно, я тебе сходу так не скажу. Я не помню. Так, завершили строительство. Прекрасно. Так, сразу апаем до второго уровня. Так, и сразу же здесь апаем обелиск, друзья. Потому что обелиск нам очень нужен. Вот. Так. Я что-то не помню. А в чем у меня музыки нету? Нет, есть. А почему ее нет? Че, вообще со звуком все нормально? Может, есть какие-то пожелания? Может, я слишком громкий, может, играю, может, наоборот, что-то тихо. У меня на штурме 200. Ну, смотря против кого, это, в принципе, хороший юнит. Они много чего могут. Что ж, первая битва. Погнали. Раньше 30 трудом бывало. Блин, ну был бы здесь хелп, он бы тебе сходу, наверное, ответил, но я так не помню. Да блин, а почему опять эта карта? Потому что
О, реально почему? Потому что они в налете или что? Насколько глубокую яму они раскопали, чтобы до них Хары докопать? Не думаю, что легионы Кадизара были погребены на Каронде. Ну, блин. Файл 6 музыка. Я бы не отказался от музыки сам, но если я хочу, чтобы это потом дело висело на Ютубе, музыку лучше не включать. Кстати, музыка, в смысле, музыка в игре может, что, тихо, громко. Не, песня. А, ну это... Я просто не знаю, ребят, я бы врубил, но я, во-первых, не... Блин. Ну, YouTube меня не простит просто. Вот и все, что я могу сказать, к сожалению. Так-то да, было бы круто. Так что тут уж извиняйте. Я музыку врубаю. Ну, когда я прохождение играю, я музыку. Ну, я без музыки играю. Я с музлом зачастую, ну, тогда, когда играю мультиплеер, потому что, ну, мультиплеере, как правило, на записи пофиг. Абсолютно. Вашему лорду к стоматологу бы зайти и брекет поставить или мост сделать. Это видок не очень. Ну, знаешь, к стоматологу сейчас очень дорого вообще ходить. У тебя есть лишние 1000 коноп? У меня нет. Ну, Twitch не весь. Например, можно вообще можно Monster Cat врубить какой-нибудь. И Monster Cat, например, не будет вырезать. Правда, он не очень в тему компании. Как интересно. Пошел компьютер, решил все-таки через одну воронку пойти. До канопы и здесь восстание фармится. Зомкин, с каких восстаний? С Тамбовских? Я помню предыдущие Тамбовские восстания. Саня, ты в порядке, не вырежет 100%. Нет, такого... Саня, ты в порядке, мне самому не очень хочется слушать. Уж извини. Саня, ты в порядке. Боже. Это уж совсем какие-то лютые хиты. Ого, собаки врываются на Ира Титана. Это законно? Ну, а тут еще нормально жахнет. Ну, ладно, вам ближе сюда идти, чем куда-либо еще. Так, ладно, значит, этими ребятами будем провожать потихоньку. Всех подряд. Ну, думаю, особо контролить уже больше ничего нам не надо тут. Не. Чё,
Что там колесницы заблудились? Нет, я их просто обходи, я им обход делал. Только и всего. Да, быстренько мы тут выиграли. Ничего не скажу. А как автобой-то выпендривался? Что-то с чем? Да, колесницы. В колеснице надо сразу за него выходить. Это очень эффективно. Так, ну и колесничками давайте побольше народу здесь сейчас добьем. По крайней мере, постараемся. Да, лорды я не стал убивать, я вспомнил ту фишку. Поэтому действительно я его не стал трогать. Именно поэтому. Как у нас вихрь залетел? 69 фрагов. Ну хорошо, хорошо. Я доволен. Вообще сейчас повезло, что компьютер сглупил. У него было достаточно войск, чтобы через две стороны пойти. Какая себе гигант с кадилом, как хреначе, ну тогда. Святой человек. Этот гигант с кадилом. А потом как заорет, господи помилуй. Ну не сказал бы, что у него фрагов много, сами видите. У него вроде бы хороший сплэш, но он как-то кривовато цели выбирает. Так я в итоге так и не понял музыку. Вспомнил. Все понял. Так. Ну да, пол армии вынесли. Я думаю, следующую битву мы с автобой должны выиграть. 326 фрагов в одной колеснице. Прекрасно. Что за фишка с лордом? Фишка в том, что если... Конкретно сейчас вообще ее вроде бы нету. Но вот, например, вот он сейчас отступит. Если я ему... Если он будет без лорда... Вот если бы я ему сейчас лорда убил, если вот он отступит, как я понял, и я эту армию снова выиграю, то она не уничтожится, она отступит снова. В общем, наверное, ты ничего не понял, так что забей. Так, беру деньги, естественно. Мне еще нравится то, что вот это, когда ты берешь деньги, тебе еще дается скорость перемещения. О! Дальность перемещения по карте компании. Волеву лидеру флотом. Мертвецов. Моряки-скелеты служат царю гробниц послушно и неутомимо. Но жестокий насмотрщик ударами бича вдохновляет их на еще более великие дела. Можно вопрос? А им что, не пофиг на удары бича? Это же кости. Вы что, шутите? Фишка работает и на второй бой. Даже так. Понятно. Так, ну по идее это да, все последнее. Его армия. Уничтожаем, о, берем еще 700 монет. Так, фракция уничтожена, племя острых врагов. Прекрасно. Вот, единственный наш противник уничтожен. Я рад. Я рад. Так, берем, значит, защиту Фа уже. Потому что этот спелл нам будет нужен в следующих битвах. Так, тебе. Тебе берем проход царства душ. В магию я его пока не качаю. Нам нужно качать красную ветку на войска. Иначе все может быть очень плохо. Так, ой, через 5 ходов у нас уже как раз скоро появится второй стак. И мы сможем благополучно... Этим вторым стаком защищать нашу провинцию и хатепом уже вести войну с кем-либо. С тем же храмом Адайота, например. Потому что против него сейчас вроде бы и мамочка воюет, и мрачный оплот с ним воюет. Поэтому это будет, мне кажется, хорошая идея с ним повоевать. Вообще интересно, что здесь... Подожди, это разные фракции? Нет, одинаковые.
Или разные. Подожди. Кларкоронт. А это что? Сильдара Тора. А, у них просто похожие гобелены. Немного. А, ну тут гидра какая-то, тут змейка. Так что не особо они и похожи. Ну да ладно. Массовая несокрушимость нужна. Ну, массовая несокрушимость я вряд ли уж получу. А так, да. Если будешь колонизировать ущелье, то удержать пробу будет очень сложно. Про что ты говоришь? Про какое ущелье? Сейчас посмотрим. Не, это я не... С этим я ничего делать не буду. Я отсюда не пойду, если ты про это. Рано сюда идти. Я хочу роковые поля... Вернее, не роковые поляны. Я хочу обсидиановые горы. А здесь я пока ничего делать не собираюсь. Так, восстановление для Иротитана берем. Шикарно. Ну, либо же сейчас и вот этому парню войну объявлять. Но я не знаю, насколько это круто. Меня тогда мамочка не взлюбит. Скорее всего. Хотя сейчас отношения вообще у меня с ней улучшаются. Может, у меня договор не нападения с ней получится. За это тебя похоронить в песках? Ну, блин, мам. Чё ж ты такая? Злая. Ладно, давайте с Кларкорондом лучше. Пока посрёмся. Потому что у них сейчас, по крайней мере, два противника есть. Плюс я не люблю эту Алису. Да не принято, не принято прощать обиды. Не переживай. Там просто еще туда-сюда Скавин начнет с ней что-то вытворять. Поэтому надо подсуетиться. Будет. В данный момент. Так, ну и побежали пока в паучью равнину. Бегом. Так, налоги уберем, чтобы восстание... В какой-нибудь неудачный момент не подключилась и все. Это, видимо, не у тебя улучшается отношение у мрачного оплота. Думаешь? А красная пустыня Скайенская, типа? А, нет. Там никого нет. Под красной пустыней ты вот тот город подразумеваешь, Зомкин? Я жду... Я хочу денег, я хочу вот эти, во-первых, минорные города. Пока что. Немножко развить, это раз. Два, когда я... Ну, я ее хочу заколонизировать, но я хочу заколонизировать ее некротектом. Вот с этого вот обряда. Блин, я забыл про... Черт, ладно. Я хочу... Вот, я хочу некротекта Птра сделать. Потому что он на руинах колонии сразу создает колонию третьего уровня на руинах. Это как бы за 4000, и это выгоднее, чем, нежели чем ты сам колонизируешь. Поэтому я подожду. Плюс, может быть, вдруг кто-то без меня заколонизирует это дело. У нас же, сам видишь, у нас деньги сейчас добываются только битвами. И никак иначе. И отсюда, соответственно, есть некоторые проблемы. Так, все, плюс 1, а так плюс 5. Ну, я думаю, 78 монет за ход нам погоды не сделают, а вот плюс 5. Почему бы и нет?
Зачем тебе деньги? Чтобы отстраивать новые постройки Зомкины, чтобы в дальнейшем выходить в более сильные юниты. Главное, чтобы не Маликит колонизировал. Не, Маликит разве что через ходов 15-20 это может сделать. А так, да, есть такое опасение, ты прав. Так что слишком совсем люто затягивать не стоит. Иди плавай. Куда плавать-то? Я хочу... Кстати, надо сейчас будет подождать, чтобы Алиса свалила. Да, чтобы Алиса куда-нибудь туда свалила, подралась с вражинами. Так, еще одно племя зверолюдей уничтожено. Отлично. А, так, что я могу здесь сказать? Здесь надо... Сколько ты стоишь? 1500. И здесь 1500, да? Ну что, нам тогда сейчас придется, наверное, все деньги на свой страх и риск потратить. Я хочу здесь сделать заставу в пустыне. Хотя бы первую, да? Чтоб не так просто было кому-либо эту собачью равнину уничтожить. Чтоб, знаете, какой-нибудь рандомный Скайвен не прибежал сюда. Или еще какая-нибудь дичь. Поэтому делаю заставу. И здесь второго уровня могильник. Потому что мне нужен и больше общественного порядка. И мне нужна незапятнанность. Ну, падальщик это, не знаю, приятный бонус. Честно, не знаю. Они мне не особо тут нужны. На скиллухе бы затащил бы Алису в городе, думаешь? Ну, в теории я могу. В теории я могу это сделать. Просто понимаешь, я сам очень большие потери понесу. Фига у нее талисман. Ладно, давайте попробуем, в принципе, why not. Так, что за карта? Если это... Угу, да, это чистое поле, это хорошо. Ай, блин. Когда остатки законфедератил с тремя отрядами мечей до ручей, я не понял, как они вообще с таким производством могли кому-то проиграть. Зато по автобоям, может быть. Да, многовато здесь арбалетов, многовато темных всадников. Тяжеловато будет. Ну, ладно. Мне здесь везет то, что они на марше, и они усталые сейчас все будут. Это наше преимущество по факту. Я так за хата поиграл, после каждого второго боя остаются два отряда, три героя и Эртитан. Ребят, это же сейчас будет игра не это. Не убей своего героя. Постараюсь их сейчас в бой не кидать. Хотя больше чем уверен, я их сейчас троих кину на Алису, и Алиса их отмудохает. Я не удивлюсь. Припеюанус. Да готов, готов уже. Ё-моё. Ладно, если темных всадников удастся развалить, то у нас развяжутся руки для чариоток. И чариотками мы уже сможем выиграть эту битву.
Не, насчет стрельбы ничего особо не было. Это тебе, может быть, кажется. По крайней мере, у темных эльфов точно. А, ну это, да, может быть, пофиксили, что он нормально стрелять стал. Че, опять же, пострелял вдоль отряда, полотряд зафигачил. Круто. Ну да, как видите, они все усталые сразу. Так, давайте все-таки копейщикам пока сместимся. Блять, чё-то я тупанул. Контроль, уровень, гвинт, ребят, контроль, уровень, гвинт. Это хорошо, что у нас еще сейчас забаф на дисциплину, иначе бы все могло бы хуже быть в разы. Так, опять у меня куда-то не туда пошел пацан молодой, красивый. Блять, да сколько можно возвращаться, блин? Житья не дают. Ладно, давайте ирати так тебе куда-нибудь сюда, давай тобой жахнем. Так, ну центр более-менее мы прорашили. Меня это радует, меня это устраивает. О, ушептич в тему. Все, спасибо. Наконец-то, блять. Так, все, иди. Иди убивай тут всех. Ай, блин. Ну, наконец, сейчас норм вихрь тут жахнем. Не сказал бы, что норм, честно говоря, получилось. На, это реально, тут всю пеху сейчас всрём. Действительно. Без шуток. Так, ну здесь уж три героя, надеюсь, должны ее победить. Это было, это логично. По идее. Все, можно? Опять я мискликаю. Но этот раз хоть замечаю, блин.
Да, очередки что-то тут вообще еле-еле справляются. Ай, блин. Так, лорда я убил, но... Не сказал бы, что мне это много чего дает. Что двойная версия дает? Увеличение урона сквозь доспехи, да? Хреново. Так, все, гоняемся тут за пацанами. Как можем, так сказать. Ну, а титаном, да, титаном... Опять эту ошибку чуть не допускаю, блин. Опять гоняюсь, блядь, титаном за пехотой. Это надо делать, вон, чередкой. В лучшем и то случае. Шепти уже сдохли. Так, вы тут тупите, тут я вам туплю профессионально. Ну, ребят, давайте уже отступайте. О, слава богу. Ну, вообще, да, могло быть и хуже. Могло быть и хуже, действительно. Падальщики АФК, да, это я не доконтролил. Да, колесницы выжили, все шикос. Все шикарно. Что самое интересное, да, мы лорда убили, они просто убежали. Мы, так-то мы, сами видите, ну где-то чуть больше половины армии убили. Вихрь Хатепу очень вывез сейчас. Кстати, для светлого мага, да, несокрушимость на кости закидывать. Это, кстати, хорошая идея. Особенно, знаете, вот там же не проходит хил, если отряд в распаде. То есть как раз-таки, если отряды в распаде, кидаешь на них несокрушимость... И они хилятся нормально. Ну, в теории так должно сработать. Ну да, по сути, умерли только вон дебильные скелеты всякие обычные, которые мы сейчас и так наберем. Блин, ну надеюсь, мы сейчас много денег получим за этот бой. Чего так мало-то? Всех же вон поубивали. 800 монет только. Надо было, видимо, догонять их всех. Я думал, хотя бы косарь будет, лол. Да, это фиаско. Так что ж, берем опаленные солнцем кости. Радуемся жизни, блин, здесь скоро восстание будет еще. Надо будет на следующий ход подойти и это дефать. Ситуация помогает статус отряда. Да это понятно, но... Хоть что-то да забудешь. Тут только, наверное... Нихикара имеет смысл несокрушимость кидать, остальные даже близко не отобьют потраченных ветров. Ну просто, я с тобой не спорю, но здесь у нас ветров очень много, поэтому проблем особо с этим нету, с ветрами. Так-то понятно, что и когда уже будут заклинания покруче, то лучше на что-то другое их тратить. Зомкин, понятия не имею. Нам, по факту, надо сделать так, чтобы этого восстания не было нигде. Поэтому мы сейчас вот идем сюда и предотвращаем всю эту дичь. Лучников, я думаю, нам и 4 хватит. Вон, копейщиков на всякий случай сделаем еще. То вдруг какие монстры или еще что-то против нас попадутся. Если не угадаешь, что это ГГ будет.
Так я и не хочу угадывать, я хочу, чтобы его не было вообще в принципе, понимаете? У меня сейчас через... Получается, на следующий ход вот уже будет второй лорд. И я его просто... засуну вот сюда, он будет туда-сюда бегать и... защищать города, то, ну, общественный порядок будет улучшать. Кстати, я еще немножко затупил. Тут я же сейчас мог вообще второго мага нанять, по идее. Клан Септик. Ну, надеюсь, он не этот город захватил. Так, размер армии плюс один. Ну вот. Подлость, гнев, дисциплину, хороший пацан. Ну да, больше двух ходов я тут ждать не буду, мне надо идти дальше воевать. Так, дайте-ка проверим. Я могу еще... Жреца, я могу еще аж одного жреца лича нанять. Это надо было сразу делать, я что-то забыл. Ну, правда, здесь нету каких-то прям крутых. Так что я, наверное, даже подожду один ход. Так, ну пока все неплохо, тихим сапом развиваемся. Только проблема в том будет, что мы вот тут сейчас сидим. А против нас уже там армия, наверное, собралась. Новая. Кстати, да. Ты прав, надо налоги отключать. То все будет совсем плохо. Так, ну все, здесь все достроили. В собачьей равнине более-менее приемлемый гарнизон теперь. Так, жреца лича нового не появилось. Какого-нибудь хорошего. Сила. Ладно, пофиг, давайте направление... энергии возьмем. Похищение души. Налог дает плюс один к резерву найм. Стоит отключать именно после набора армии. Да, я не знал. Да, ты прав. Не знал такой. Не знал о таком, кстати. Ничего себе. Спасибки. Лорд.
Да, на перки для героев мне что-то в прошлой кампании везло больше. Было действительно лучше. Ну, я не так часто включал налоги, что, ну, я это действительно не замечал, так что действительно интересно. Я реально не знал о таком. Хотя я в эту игру уже давно играю очень. Интересно. Торакор, 500 рублей канопы, отлично. Нам как раз это и нужно с вами, друзья. Так, архитектор. Давайте волю возьмем. Так, ну и побежали потихоньку. Сколько? Минус 2. Минус 2 терпимо еще. Да, ну и оставим один слот на мага. О, Уриан. Уриан. Он как раз тут более-менее застроился. Так что я думаю, мы справимся. В случае чего. Бз. Что бз? Кстати. Как там Айрон Генерал выиграл? Да, слушайте, 2-1, Айрон, красавчик. С Судслеером сейчас будет играть. Вообще лев. Вообще Айрон, блин, такие лютые результаты в последнее время показывает. Офигенный, надо будет потом повторы посмотреть. Сейчас я второго мага не буду во вторую армию отправлять, потому что мне нужно, чтобы он качался. Вторая армия будет просто бегать вот туда-сюда и все. Поэтому качаться она особо не будет. Нет, не буду я с тобой никакие договора делать. Извиняй, Скайн. А если мы сейчас еще здесь увидим Скайнскую скверну, это значит, что в Красной пустыне есть, грубо говоря, Скайн. И нам надо будет его прирезать. Вот черт. Но, к сожалению, дип отношения минус 10 это для нас суицидально. Поэтому придется терпеть. Хочешь, не хочешь. Да, восстание, походу, все-таки, блин, появится. Это плохо. Ну, если он их стримит, то включите. Смотрите. Кстати, да, не факт, что он еще стримит. Ой, ну автобой, я боюсь, что если мы сейчас сыграем автобоем, я потрачу тонну. Хотя даже если потрачу. Именно воинов Нехикары. Зашибись. Из всех войск именно их. Ладно, окей. Наказали за лень. Базара ноль. Хорошо. Что за бред? Так, натиск, боеприпасы. Так, давайте доспехи. Теперь качнем. Это классика. Я уже не удивлен. Хотя давайте-ка жречество Птра. На самом деле. Как раз лича закинем вот этому парню. Еще одного. Да, видимо, заколонизировал он Красную пустыню.
Да, скверна скавинов поднимается. Как же колонизировать столицу провинции? У меня же денег на это сейчас нет. Блять, Дартриван заколебал. Вак. Фига себе, там пацаны веселятся. Да потому что. Хватит эту херню спамить. Знаешь, от кого последний человек на канале, от которого ты, блядь, ожидаешь какого-то дегенератского спама, блядь, это модератор. Ты уж извини. Так что ты уж как бы это... Попустись как-то на всякий идиотизм. Роковые поляны, значит, вот этот вот пацан все захватил. Мрачный оплот. Ну, ничего не поделать, блин, минус один. Что-то мне подсказывает, храм отдает, а мы сейчас благополучно давайте лучше потратим. Мне нету возможности и то сейчас поддерживать. Просто по лучшую равнину пойдем. Не знаю, прикольно, наверное, только тебе. Меняем налоги. Плати налоги. Боюсь, минус не поможет, потому что вот это событие очень не в тему. Оно очень не в тему, ребят. Плати налоги. Господи. Так, давайте посмотрим. Тут есть армия какая-нибудь? Да, есть тени. Ты чё охерела? Да, надо прямо сейчас в осаду брать. Блять, не добегаем. Ладно, пофиг, туда возвращаемся. Блять, в паучьей равнине еще даже с фуллстаком минус один. Ладно, давайте тогда вот так сделаем, пускай она появится. Говно это. Здесь, ну здесь мы его теряем, просто смирюсь с этим. Банально. Снесем, наверное, только открытые могилы. Чтоб деньги у нас какие-то получились. Хотя, может мы и удержим ее. Петр не добежал. Да, мы удержим ее. 19, это ж получается сколько? 90, 92 будет. То есть у нас еще будет ход здесь восстание уничтожить, а потом сюда ворваться. Как раз таки. Неплохо я придумал. Дожил, хожу и побираюсь у гномов и империи. Подожди, а за кого ты побираешься? За Тамбов? Ты даешь. Твою мать, сейчас, да, сейчас будет очень плохой. Сейчас будет очень плохо. Сейчас Нагорон заберет Красную пустыню. Черт. Хотя Красная пустыня для него, по идее, будет красной. Пустыня будет для него красной, я думаю, он на восстаниях просто сдохнет. Так что, мне кажется, все не так плохо. С Малики-то мне как-то... Блин, да почему ухудшается, я не понимаю. Хера, он на меня нападает с таким стаком. Блять, вот не в тему, конечно.
Надо было просто, ну, если бы на марше были. Ладно, фигня вопрос, сейчас выиграем. У нас же еще на мораль действует наша перка. Или уже нет? Скорее всего, нет. Ну, я знаю, но все-таки, блин. Плюс, минус, сейчас не минус 40, а минус 30. Так что можно было немножечко улучшить показатели. Да, хреново, что у нас сейчас усталые войска будут. Но ничего не поделать. Что-то там про Петра говорят. Алиса, все молодец, женщина сама сделала первый шаг. Блин, я бы... Не, я все-таки больше по классике, ребят. Я бы не отказался, чтобы она немножко поэта. Была нормальной девушкой. Не, ну тени в первые 20 ходов это сильно, это сильно. Короче, модно говорить, скелет херня, не справа. Портрет начинает тести, как скелеты вампов. Да? Ну да, это ни о чем. Блин, мне сейчас лучников минуснут. Крысы. Вот где... Не, мужик, давай-ка ты выживешь, блядь. Это совсем не весело нахер. Так, где ты там есть? Блядь, а можно рейндж было еще меньше сделать? По фану. Ладно, нам он тут, в принципе, и не понадобился. Ну чё, ребят? ББ. Пока-пока. Все, все закончились. Так, где у нас там тени еще оставались? Копья ужаса.
Ладно, иди за копьями погоняйся. Кастера. Три кастера в армии. Ну как три? Этот, считай, не кастер, он ничего не делает. Но эти кастуют. Качаются просто, ребята. Все нормально. Потом, не знаю, ну... А потом один хатеп, скорее всего, останется. Когда он раскачается уже. Помощней. Так, все, убиваем их потихоньку. Кстати, мы на своей территории будем. Мы похилимся еще вполне. Да, жалко, птичек потратили. Я думаю, мы переживем. Не, за этими мы не успеваем уже. Нормально, никто даже не умер. Офигеть. Ну, из героев. Нет, не буду. Зачем? Что я с ним делать буду? С тимсетрой. Наоборот, может быть, еще больше себе противников найду. Ну, птички... Не сказал бы, что они useless. Но действительно не очень. Вообще, я могу еще одних нанять. Мне как бы не тяжело. Абсолютно. Мне абсолютно не тяжело. Он тебя любит. Я знаю, что он меня любит. Ну а что дальше-то? Что он меня любит? Так, берем. Берем деньгу. Нам нужна деньга, к сожалению. Хотя я бы предпочел хил. Фига, у нее регенерация огромная какая. Легендарный хоть с бомбочками. А они все равно не очень. Это вообще по фигня. Лучше легкую каву. Да, не спорим. Но они стоят, ну как бы если в мультиплеере смотреть, они не самые дорогие ребята, по крайней мере. Восстание черных ребят, стоимость строительства для хатепа. Угу. Поискать сокровища. Ну, мы уже искали сокровища, сори. Так, восполнение потерь. Скорость перемещения. Восполнение потерь. Тоже возьмем. Так, потеряли двух. Два юнита. Так, ну давайте так сделаем на следующий ход. Хотя, кстати, можно даже не на следующий ход. Можно, по сути, и на этот напасть. В теории. Хотя, не, нельзя, гарнизон же еще имеется. Помимо всего этого. Как ни крути. Ну, мы видим, какое здесь восстание офигенное. Поэтому нам надо сейчас, прямо сейчас его идти ломать. Никак иначе. Блять, да ты издеваешься, что ли? Я, конечно, понимаю, что здесь целый Иер Титан, но... Ну, че, мужик. Сейчас бац, опять конфедерация с Маликит. Но это вряд ли. Я думаю, я успею. Да, Эра Титан 0-2, Айрон проигрывает. Эх, жалко, конечно. Но Судслеер очень сильный игрок. Против него тяжело играть. Да, победит. Серые лычки. Они не серые, а серебряные.
Не знаю, у нас тонна копейщиков. Я думаю, мы как-нибудь досправимся. Жалко, блин, я волшебника забыл нанять. С волшебником было бы повеселее играть. Определенно. Феофан. Ну, блин, мужик, они по количеству просто сосут. Лычки, я не знаю, блин, лычки прям так на автобой, что ли, нынче влияют? Это очень тупо. При том, что лычки сейчас еще и, ну, не так много дают, как раньше. Мы его сейчас просто прирежем, этого Иротитана, и все. Вообще зря мы только, опять же, зря я в лесу дерусь. Вообще, откуда здесь он взялся? Мы посреди пустыни, посредине пустоши были. А, ну вон они там виднеются. Да, сейчас мы накопим. Похищение... А, похищение души это ты от Иротитана как раз. Спельчик. Подъехал. Так, давайте-ка. Ничего, ребят, силы количество сейчас затащит. Ну не зеленые же. Причем, я говорю серебряные, причем тут зеленые. Мне не нравится, что у меня здесь сейчас два копейщика на алебардах виснут. Так, пойдем лорда убьем бегом. Так, подъехал первый реген. Так, ну здесь, я думаю, он лорда при... сейчас под, уж под, под своими воинами, то он его убьет, этого АЭС. Блин, карта еще такая темная, жесть. Не серебряные. В смысле не серебряные? Вот. Это что, по-вашему, серые? Это серые, по-вашему? Это серебро ж. Чистой воды. Да, 15-й. Именно так. Готовь ловить ушепти в своих лучниках. А я сомневаюсь, что он сможет их вообще призвать. Если честно. Дай-ка краблинг там чё. А где он вообще? Ну, краблинг от Слейдикса отлетел. А, все, да, всех русских. Всех русских вы это выкинули. С турика. Продолжай. Нет, это новое. Я вчера новую, ну, сегодня новую начал. Так, а вот и ушептич. Подошел. Так, все, лорды убили. Тут сейчас тоже всех убьем. Все, остался один Иеротитан. Получается для нас. Вообще, вы прибиваете Титана? Ну, вообще, на самом деле, нет. Сейчас он просто сам в распад уйдет, я на это надеюсь.
Ну и у Шепти с бронебойкой должны будут нормально разматывать. Бедолага Иротитан. Блин, нифига не вижу на этой карте. Не. Вообще немного тупо, что у вас здесь вообще восстание появляется. Именно не хикарское, ну именно Том Кинги восстание. Ну, более логично было бы, если бы здесь какие-нибудь зверолюди появлялись. Или еще что-нибудь в таком духе. Боже, как же он джебошит этим лазером. И Феофан падет. Да, Феофан падает. Прощай, Феофан. Фига, 183 фрага. Тяжело, тяжело. Вообще тупо, что это 5 юнитов восстания города второго тира и дожди столицы. А, не знаю, там у Том Кингов вот такая вот. Такая вот фишка у них, ребят. Что им поделать. Собственно говоря. Глупо, неприятно, но... Такова жизнь, такова жизнь. Князь Ирлек помер от укуса Хатепа. Тут вообще Хатепа не было. Какой еще Ирлек? Так, ну что, Канопы берем. Так, ну и перемещаемся в храм Адайота на ускорении. Угу, все, мы смогли избежать восстаний. Ну, восстания. Отлично, царь Афох, опыт походу тебе возьмем. Так, я тебе хотел героя призвать. О, тяга к знаниям, хорошая перка. Это хорошая вещь. Так, ну что, события развиваются, в принципе, неплохо. Я пока всем более-менее доволен. Только с двух провок я их сам грабил для быстроты. Не, мне так, я таким не хочу сейчас заниматься. Мне надо Кларкоронт завоевать. О, вон, началось. Нагоронт, Мунк и вся фигня. Давай вали только, пожалуйста, отсюда. О, молодец. А Скавин, вот здесь Скавин сидит, пускай он отстраивает как раз город для нас. Мне кажется, это будет очень круто. А так я думаю, как раз где-нибудь через ходов... Через сколько там это событие закончится? Через ходов 8? Через ходов 8 как раз пойдем Красную пустыню завоюем. Да я бы сам не занимался, но раз события подкатило воевать не с кем, то и пробудил. А, ну тогда, конечно, это правильно. Так, канопы не будем тратить, поэтому берем просто, ну, минимальный баф. Хотя что-то мне подсказывает, храма дает, а не сейчас, так потом мы все равно потратим. Так что, похоже, надо забивать мне на храм Адайота.
Потому что еще это событие 7 ходов целых. На, пускай тут будет восстание, пускай его наковальня вау, пускай его эти мрачный оплот захватывает. Я уже, я думаю, я на это согласен. Так, Кларк Каронт. Ну, а здесь, конечно, будет кровопролитная битва, но нам надо атаковать прямо сейчас, пока они... Пока они, собственно, на марше. Иначе никак. Я только что сказал 40 о картине. Твою мать. Да-да. Зомкин, ты прав. Да, вот сейчас точно будет тяжелая битва очень. Надо будет бегом убивать Алису, надо будет бегом убивать второго лорда и надеяться, что они тупо убегут. Не иначе. Тебя нужно затащить только под стрельбу, не подставили. Но я хочу сначала отправить вот этот закон закоцанный. Я знаю, что у них бронебойность. Да, это очень плохо для нашего медленного иртитана. Смотрите, как мы поступим. Мы сначала отправим вот этих бедолажных скелетонов. Вслед за ним уже иртитана. Поступим вот так вот. Так, ну а у вас, значит, вставляем как-нибудь вот так. Так, прям под стены их затаскиваем. Так, обстреливать давайте. Так, пиратов Черного Ковчега нужно под обстрел вести. Так, ну и вас туда вот. В общем, будет очень кровопролитный бой. Но у нас крови нет, поэтому кровь будет течь из темных эльфов. Да, слушайте, действительно сработало. Фокусит воинов скелетов, как придурок. Лол. Давайте, ребят, успехов, удачи. Ты какой-то унылый. Не знаю, блять. Нормальные. А вот нет. А вот ты как раз таки нет. Кровь будет течь прямо из Алисы. Это знаете, когда сказка пошла немного не так, как ожидалось. Так, все, по идее, они уже не могут стрелять. Нет, могут. Тогда надо поближе под стену всех вести. А на сами стены нам подниматься не надо. Темные эльфики мои, особенно Марати. Марати не твоя. Но она не твоя, хоть с тобой она. Она ведь даже не с тобой, лол. Так, все, уже немножко осталось тут добить эти ворота. Фига, он их лазером вообще шмалял сейчас. Офигеть. Так, все, думаю, теперь можно идти смело вон сюда.
Так, хатеп уведем подальше, чтобы я смог на адекватно вихрь вьюзать. В случае чего. Ну, кстати, а вы можете и подняться, наверное. Why not? Так, отлично, он выбрался. Кидаем вихрь сюда. Ох, ёб твою мать! Отряд полностью уничтожен, надеюсь... Да, это скелет. Все правильно. Так, сколько фрагов? 48. Ожидал чего-то побольше, честно говоря. Так, где там эта дама? Мы ее убили уже, что ли? Угу. Ну, судя по всему, да. Черепки, к сожалению, сейчас тут, блин, только одни ворота. Их, ну, мне их не завести банально. Я бы хотел, но мне не получится. Тупо. Это сейчас провернуть. Ох, хорошо жахает. Блин, жалко, он видимо, в упор не может кинуть спел этот. Или может. Дай-ка. Ну, жахай. Жахай! Не может. Ну, не можешь, так не можешь. Хер с тобой. Так, кидаем еще раз вихрь. Теперь сюда. Отлично. Так, все, вали теперь отсюда. Так, хилим иеротитана нашего теперь. О, мы так сейчас проиграем даже, возможно. Честно говоря. Офигеть. Нежданский такой. Где у Шепти? У Шепти уже сдохли, я их в спину призывал. У нас проблемы, Хьюстон. Вихря не хватает, чтобы их тут всех прирезать. Придурков этих. Блин, здесь еще тоже он у меня всех, я так понимаю, расстреливает. Ладно, они сейчас, в принципе, все отсюда убегут. Я так думаю. И все будет нормально. У Эра Титана еще много хп. Блин, давай стреляй только нормально. О, отлично, колесница нормально ворвалась. Это прекрасно. Это супер. Да, не дают Эра Титану его спылы юзать. Так, ну худо-бедно вроде бы получается, ребят. Так, а теперь в спину. Теперь в спину тут. Сейчас надо чаржнуться колесами. Так, прекрасно. Все отлично, все отлично. Черт! Отмена S! Backspace! Блин, он так в тему отбежал. Ё-моё. Вот говнюк. И лучников потратили. Это плохо, кстати. Я ж новых не смогу нанять. В
ближайшее какое-то время. Так, отлично, вроде побеждаем. Блин, ну он, конечно, ну, видимо, ему, да, ему не дают. Я ему не даю проюзать. This is madness. Пипец тут, конечно, эльфийских трупов. Просто до жопы. Блин, кто там еще стреляет? Ё-моё. А ну прекращай это. Грязное дело. Так, пока Алиса. Еще один отряд полностью уничтожен. Жесть. Просто жесть. Колесики, да, колесики нас не подвели. Очень в тему я их в битву вел, когда уже пехоты поменьше стало. Реально зашли. А, тени, это жуть.